все мені. Звідки в тебе ти чарі? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах вечір сіля шукала, сонце руту знайшла і мене чарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Бачу я тебе в снах у дібровах зелених, по забутих стежках ти приходиш до мене, і не треба на світ мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Повір, от твоя брода, то є чиста вода, то є бистра, як вода синіх хвіст. Шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Повір, от твоя брода, то є чиста вода, то є бистра, як вода синіх хвіст. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Повір, от твоя брода, то є чиста вода, то є бистра, як вода синіх хвіст. София Ротару! Пожалуйста, Любовь Юрьевна, вы взяли микрофон. Зарочка, я вас узнала. Это Зара! Зара представила нам Софию Ротару. Зар, ну, я не знаю, как для вас, для всех нас, София Михайловна была часть нашей жизни. Это был символ советской эпохи. Это был человек, да, ну, была и есть, это понятно, но в то время особенно мы прилипали к телевизору, когда пела София Ротару, потому что этот удивительный голос, это дружба народов, которая царила в нашей стране, и все были заражены этой идеей, что действительно мы все большая страна, и все пели песни Ротару, и все говорили: «Боже мой, только подольше она пела». И сегодня София Михайловна на коне. Она занимается и бизнесом, и продюсированием. Она гастролирует по стране. До сих пор Россия ожидает ее концертов и ждет, когда чудо это залетит своими песнями в эту страну. Того же самого, Зарочка, мы желаем и вам. Пусть год петуха принесет удачу. Спасибо. А я вот вас сегодня не узнаю, Леонид Савич. Вы как-то похорошели, помолодели. Я не знаю. Помылся. Шутка. На диетах, что ли, каких-то сидите? К Новому году. Нет. Я с внуком сижу. Это намного полезнее. Понятно. Это бодрит, да.
Просто с ним приходится делать столько незнакомых моему организму движений. Например? Ну, что как, он ну, вас как, заставляет делать? Ну как, ну когда ты ползаешь по полу, у меня силы кончаются через 10 минут, а он может это продолжать весь день. Абсолютно. Тысяча вопросов, да? Ну уже, да, уже пошли. Сколько ему сейчас? Ему сейчас 2,2. Какой у вашего внука молодой дедушка? Вот молодой. Что. Спасибо, мой дорогой, за комплименты. Зарочка, это так красиво, это так здорово. И вообще, мне так нравится, как сегодня подобраны номера. В них есть невероятная ностальгия, без чего человека не бывает. И я думаю, что это по вкусу и тем, кто смотрел «Новогодние огоньки» еще в черно-белом варианте. И сегодня, когда очень хочется, чтобы подрастающее поколение все-таки понимало, чем нам нравятся эти песни. Почему? Потому что в них столько сердца, столько света, столько добра. В общем, червоную руту нашукай вечорами. Бо у мене ти єдина, тільки ти. Дякую, дякую. Зарочка, сейчас с вами будет говорить Геннадий Викторович Хазанов. Я два слова хотел бы добавить, поскольку вот на этой сцене сегодня опять появилась Софи Михайловна Ротару. Я надеюсь, что никакого амикошонства с моей стороны не будет. Я хочу воспользоваться случаем и обратиться к ней. Сонечка, дорогая моя, ты вступаешь в свой юбилейный год. Мы с тобой познакомились, когда тебе только исполнилось 25. Мы объездили всю страну, в которой мы родились и столько лет прожили. Я хочу пожелать тебе, я хочу пожелать всему украинскому народу здоровья, радости, процветания. Пусть 17-й год будет радостным, солнечным, мудрым и взаимозаботливым. Спасибо огромное, Геннадий Викторович. Дорогие мои, я поздравляю вас с Новым годом. Желаю как можно больше радости, добрых, удачливых встреч, улыбок и, конечно же, просто счастья. С Новым годом!